Всем привет! Сегодня мы будем слушать Crazy Maybe Hella и Илюшку Мазилова с новым треком, который называется Baseline Business. Baseline Business. То были ромашки, одуванчики, там космические какие-то это, и вдруг Baseline Business. Друзья мои, напоминаю вам о том, что наконец-то я написала третью книгу, которую выложила на Литрес. И теперь она присоединилась к двум другим. Рекомендуйте ее своим друзьям, товарищам, подругам, родителям. Помогайте мне ее распространять. Также напоминаю, что мы есть в Телеграм-канале, в ВК, ВКонтакте. И у моего старшего сына Максима есть игровой канал. Все это вы можете по ссылке пройти, посмотреть, ознакомиться. А мы пока будем слушать этих пацанов с их новым треком. Выключи это сейчас же, без оправданий, без хуйни. У тебя есть около 10 секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести семью, устроиться на работу и быть бесполезным куском. Кто это такой небритый? Май так сносит колпак, твоя мама получила инфаркт, нахуй бил, нахуй плак. Убивает бубаебов на битах, чтобы не было со мной, но я останусь на века. Мой слог стреляет, как бенга-бенга, она донизу промокла от сленга-сленга. Я кидаю на завтрак за лупу блендер, здесь лига охуевшего интернета. Прыгай, диско, тут бейслайн, прыгай, делай слайд. Этот трек настолько черный, будто с нами Джексон 5. Вылетаю со стволом в руки, как первым Доминика. Смутый дырявый були, как слава бустер, ты долбоеб, ты не делал куни. Блядь, это бейслайн бизнес, та тест на крысу, ты не вывез, валит минус, ты нет ногами вынос. Это бейслайн бизнес, та тест на крысу, ты не вывез, валит минус. Да ты делаешь набор слов, но чтобы показывать уебанам, как надо набить, наваливать правильно глубина слов. В ходе протеста, пока в тебе отсутствие работа над текстом, вместо нее чувак, представь. Иван Дай спит на сках, у него не рыбка-сяк. Если он так сяк, ты не знаешь, что изнутри надо траву, он извозит и вырубит. Понятно, ты молодец, да, влезь, самый не сам, сразу первым идет на место. Без лести, чел, респект тебе, на весь нет. Красава, сука, даже песни пел, мы ВС, рэп и КНГ, банда. Мы строим деп, но рифуем по гланды, правда. Пидора, захавай наш пулинг, теперь и на всех площадках шоу пуля. Это бейслайн бизнес, это тест на крысу. Ты не вывез, вайбик минус, ты нет ногами вынос. Это бейслайн бизнес, это тест на крысу. Ты не вывез, вайбик минус, ты нет ногами вынос. Ну, что я хочу сказать, песенка была веселенькая, дискотечная, ну, такая, знаете, не похожая на их творчество. А, значит, вначале попридираюсь. Если выбирать из этих двух пацанов, то я выбираю Илюшку Мазилова. Crazy Maybe Hell, первая часть, когда его была, я сразу чуть подумал, ну, прям вылезло что-то старое такое, то, что я вот не люблю в нем. Вот оно вылезло. Вот. Потом уже сравнялись, когда вдвоем уже все нормально было. Вот, в этом плане вот мне немножко там помешала какая-то его чудинка, не очень, которую я люблю. Вот, но в целом было очень музыкально, оригинально, и смотрите, ну как бы там, ладно, Crazy Maybe Hell, а вот Илья, да, он прям вот меняет стили, экспериментирует, и в этот раз он прям так хорошо почитал, и он как бы... быстро читал, и была вот какая-то изюминка и необычность в том, что он делает и как он это все меняет с каждым разом. Итак, друзья мои, ну давайте оценим этих пацанов. Когда люди трудятся, это заметно. Что бы мы там ни говорили, и как бы мы ни относились там к чему-то творчеству, или там иногда меня могут упрекать, что я там кого-то там гноблю, а кого-то нет. Вот. Но если видно, что люди трудятся, если видно, как они меняются, если видно, как они экспериментируют, ну, пускай не всегда удачно, но это же хорошо, друзья мои. Хуже, когда ты вот как начал и идешь одно и то, вот как я. Я вот как начала слушать, так и слушаю. Как ругала, как мне говорят, вам никто не нравится. До сих пор мне так иногда пишут. Я думаю, в смысле? Я вообще другая. Вот. Ну, скажем так, значит, я не меняюсь для многих.
А вот эта парочка меняется. Итак, значит, название совпало с текстом, поэтому один балл за это. Был ли изюм? Было. Было очень много разного, необычного, поэтому еще один балл. Значит, по тексту. Ну, не знаю, про что там текст, наверное, баллов на 7, потому что ничего такого особенного там не было. Вот. По музыке. За музыку, ну, 9 баллов за музыку поставлю. Атмосфера была баллов на 9. И клип. Вот девчонки были, что-то мне даже инстасамку напомнило. Но с другой стороны, опять, вот я заметила, до этого как-то вот у Ильи Мазелова не было девок, да, вот в таком количестве, в таком ракурсе. А тут появились, вот, наверное, Crazy Mega Hell. Он более распущенный, чем Илюшка Мазелов. Это он привел их. Ай-яй-яй. Ну ладно, в общем, короче, за клип 8 баллов. Итак, у нас с вами получается 35 баллов. Делим на 4. Получается 8,8 баллов. Надо было, читая, попридирался немножко. Ну, в принципе, хорошая песенка. Ну, вот так получилось. Значит, что-то где-то не дотянули. Ну, а так, хорошая песенка. Молодцы, пацаны. Творите, и будет нам всем счастье. Всем пока.